Українські веслувальники відновили тренувальний процес. Вони займаються на водновеслувальній базі ФСК «Хіміко» Южному. Тренує збірну дворазовий олімпійський чемпіон Юрій Чебан. У складі команди, зокрема, Анастасія Тодорова, яка минулого року завоювала ліцензію для країни у складі байдарки четвірки. Тепер її завдання – завоювати місце в олімпійській збірні. Таке ж завдання у ще однієї кандидатки на олімпіаду Юлії Колесник. Подготовка, скажем так, скомканная, поломанная, так как не получилось то, что планировали. Это у нас уже не олимпийский год, а такой полуолимпийский подготовительный получается. Предолимпийский можно его уже назвать, так как у нас оборвалась подготовка в марте, и потом началась уже такая пожеванная, домашняя, такая полууличная, полукарантинная тренировка на самоизоляции. Это более общая подготовка была, потому что у нас сезон продлился, у нас основной старт аж в сентябре, точнее в конце сентября. Поэтому мы продолжили поддерживать, в первую очередь поддерживали форму, которую наработали в зимний период. То, что отложили олимпиаду, точнее перенесли, это поначалу было такое недоумение, потому что не сразу поняли, не сразу признали это, не сразу как бы поверили в это, но лично я. А потом, ну, значит, так надо. Такая ситуация в мире, что это неизбежно было. З 8 червня розпочнуться збори в складі головної команди країни. З 30 липня по 2 серпня – особистий чемпіонат України. Усі відбіркові змагання у Токіо-2021 відбудуться наступного року.